Ребятки, ну что, я в магазине, называется Крогер. Смотрите на цены. Я не помню, чтобы раньше эти курицы, гриль, были дороже 5 долларов. Вот я уезжала, они еще были по 5, по 6. А сейчас, смотрите, есть 9,99 вот такой и 8,99. Разница, в чем, я не знаю. Как бы они на вид одинаковые. В чем разница между цыплятами этими, я не знаю, но один 8,99, другой 9,99. На вид не отличишь. Гарлик, то же самое все, вообще никакой разницы нету. Ладно, вот этот возьму. У меня голодный ребенок сейчас дома. Вот вам и инфляция, то есть я не помню, чтобы были по такой цене цыплята. Раньше это было все гораздо дешевле. Серьезно. В пределах 5 долларов. Так, а здесь что? Незажаренное что-то тоже. Бейт. Прямо хочу посмотреть, что тут такое. Тоже чикен. Блин, не могу открыть. Подождите. Там окорочка были. Это вот пол курицы 5 долларов. Вот вам и цены. Так, вот такой вот арбуз, смотрите. Сколько здесь кусочков? 6 кусочков. 4 доллара 29 центов. Вот. Ну, десерт смотреть не будем. Это тоже всякие десерты. Мы на них смотреть не будем. Проходим мимо. Американский десерт — это конкретный путь к ожирению. Так, это нам не надо. Такие круассаны 4,99. Сконы, я их раньше очень любила, но я предпочитала делать домашнего приготовления. Ванила бин. Вот этих блубери. Они обычно очень много сахара напихивают, поэтому не будем брать. Я их, думаю, пеку сама без сахара. Для сахарозаменителя. Так, сейчас посмотрим, что тут с сырами. Так, вот тут распродажа. 4,99. Вот такая вот упаковочка. А может, нет, может, это 7,99. Итальянская всякая. Так, вот фету надо на салат. Мне сын любит фету. Сейчас пойдем в овощи с вами. Сыры есть, но они у меня еще, наверное, есть. Сыров можно не брать. Гвакамоли. Мне очень сын любит гвакамоли. Майлд гвак. Наверное, я его и возьму. Вот такая овощное суши. Кусочек огурца, кусочек авокадо и морковка 6,29. Вот так. Блок мы только что взяли. Вы видели, 6,99 он был. Наверное, последний забрала. Так, разного рода хамусы. Кстати, у меня сын любит вот такие вот маленькие штучки. А вот нет, 5,99. Вот он был, блок. Мы его забрали. Разные салаты. Мне это не надо. Вообще, слава богу, что огурцы у меня еще есть с помидорами. Ага, мне надо головку салата. Капуста у меня есть. Что-то все какое-то такое. Не очень аккуратное. Салат такой, как будто ему 100 лет уже. Такая головка стоит 3,49. Такая головка этого салата зеленого. Так. По идее, помидоров бы не помешало картошки. Что-то какая-то картошка вся зеленая. Что это? За 4 доллара? Реально, гляньте.
проросшая какая-то зеленая картошка, которая отравлена, такого же нельзя есть. У меня, кстати, вообще нету лука. Надо не забыть его купить. Помидоры ищем органик, другие мы не едим. Если мне спрашивали в комментариях, что такое органик. Органик, ребята, это то, что без химикатов. По крайней мере, они заявляют, что оно без химикатов. Это не факт, что оно без химикатов. Они могут сказать, что без химикатов, а на самом деле окажется с химикатами. Никто не знает. Наврать могут три короба. Так, я не вижу, чтобы органик помидоры были. Это все, что есть, что ли? А, вот листики есть, базил. Не надо листики. А вот видите, написано органик. Ага, значит, помидор органик. Да, органик — это то, что считается, что выращено без химикатов. Проверять никто, конечно, не будет. На самом деле оно без химикатов или нет. Вот эта вот баночка с листиками, $4 этот базиль. Это я делаю салат томаты с моцареллой. У меня очень семья их любит, поэтому эти базили я все время покупаю. Так, ну есть картошка молодая, вот $1.79 за паунд, это за девочки, мальчики, полкилограмма. А варианты какие? Никаких. Придется, наверное, брать. Я ищу пакеты. Потому что такая картошка молодая, она классно идет к всяким разным гриленным вещам. А вот пакеты. И вот есть лук. Не, лука надо, лука нету. Картошки надо, наверное, брать. Лук есть зеленый, вот органик есть красный. Значит, смотрите. Это так. Вот красный, это за полкилограмма. Давай 29 за полкилограмма такого лука. Сейчас картошки наберем. Буду взять, наверное, помидоров. В общем, я хочу сказать, сейчас в наше время вообще недешево в Америке жить. В принципе, американцы говорят, что $100,000 сейчас надо зарабатывать, чтобы чисто сводить концы с концами. Не меньше $100,000. Это на человека, а не на семью. Вот. На семью даже не знаю, страшно подумать, сколько надо зарабатывать. Еще скучаю по укропу. Укроп здесь редкость. Попробую его еще найти. Надо ехать в индусский магазин. В индусский. И там бывает, ребята, укроп. Больших количеств, большими пучками. Иначе вам не видать укропа, потому что его здесь практически не продают. Если продадут, то это будет какой-то маленький пучочек укропа за какие-то бешеные деньги. Так, сейчас пойдем посмотрим. Мне надо, кстати, бальзамик уксус. Видите, можете ходить смотреть, и укропа вы не найдете. Все что угодно будет, кроме укропа. Так, пошлите за вот зелень всякая, да, петрушки там всякое разное. Укропа нет. Я не знаю, почему американцы не едят укроп. Что с ними не так? Почему никто не ест укроп? А вот этот лук, который мне надо купить. Я обычно люблю белый и красный. Вы какой лук любите? Этот желтый вот не люблю. Как-то не мое. Не мое. Так. А, лук белый есть с упаковками. Отлично. Красный мы наберем вот так. Тин. Поменьше головки. Кусочки триммера хватит. И возьмем белые упаковки. Так. Берем. Белые упаковки возьмем. Что-то большие какие-то упаковки. На вид он уже такой какой-то залежавшийся. Прям не знаю. Надо мне брать этот в упаковке. Наверное, возьму просто обычный. Так, сейчас до молочки дойдем. У меня в прошлый раз закончился, звук прекратился. Представляете, записывала для вас видео. А вот лук белый $1.69 за паунд. Ну, паунд, это знаете как, вот один лук, это уже паунд. Вот такой лучок один большой, это уже будет паунд. Вот, сильно не разгонишься. Вот еще маленький такой. Возьму.
Так, лук взяла, картошку взяла. Кукуруза 4,99 вот за 4 штуки и даже не органик. Там понятно, что там ГМО, наверное, намощено. Пип, этот перец подешевел 4 за 5, да? 4 вот таких перца за $5. Значит, ну что? Больше доллара за перчину. Что-то как-то кусается. Придется ехать в индусский магазин. Вы знаете, в индусском магазине жизнь подешевле чуть-чуть кипит. Я не знаю, где они их набирают, как они привозят, но у индусов всегда все как-то дешевле. Яблоки за этот паунд пахнут хорошо. Не знаю, органик или не органик, может и не органик. Вот тут органик. Вот за $2 почти за килограмм яблок. Не хочется набирать. Я хотела бы... Дождь на улице собирается. Я поэтому стараюсь как можно быстрее сдернуть отсюда. Набрал. Вот это, наверное, возьму. Так, бананы надо купить, не забыть. Яблоки. Что-то какие-то все не то, что бы я хотела. Вот эти вот ничего вроде. Они скрип-скрисп. Вот эти неплохие. Сейчас, наверное, возьму. Мне надо минералки купить. Ягоды уже тоже почти закончились. Тут, наверное, органические. Так, сейчас глянем, хочу. 99. Вот они, органик. Значит, опять повторяю, что органик считаются такие, которые... Ну, считается, что натуральные, чуть ли не с грядки. На самом деле они не с грядки или не на самом, вопрос. Значит, 3,99, но сейчас сезон уже. И вот такая маленькая коробочка. Малины тоже 3,99. И мы тоже это дело берем. Органическое. Вот, Россия знает, что такое нет отделения. Продукты покупаются. Наверное, имеется в виду, что они без ГМО. А здесь нет. Есть без ГМО, ребята. Другая цена. Вот видите, бананы есть обычные бананы. 49 центов. А есть органик 69 центов. Но здесь во всяком случае это хороший. Это тоже подорожали. Были 49. Неорганические 25, я помню, даже 19 центов были неорганические, органические были там 40, а тут что-то уже, видите, 69, уже дело идет в доллару за полкилограмма банана, полкилограмма за паунд мы считаем, ясно? Это полгода меня не было, и уже до какой степени здесь выросли цены. Так. Яблоки берем. Яблоки на вид. Ну, под какие-то подвявшие. Что это? Подгнившие. Штучки три хотя бы. На эти, на ладики. Я люблю ладики с такими. С яблоками. Вы любите ладики с яблоками? Натюр ладик. Этого сахарозаменителя насыпал, типа стивии. И мука с овсяных хлопьев. Бэмс, и готово. Итак, и мы плавным путем перетекаем в молочный отдел. Посмотрим, что у нас тут происходит с молоком. Молоко мне, в принципе, не надо. Но в прошлый раз звук закончился на молоке, поэтому я вам покажу. Вот органическое молоко. Это галлон. На half галлона, пол галлона. $4. Вот такая, значит, входит, сколько входит, это органик. То есть, если я буду покупать только органик, это значит, ну вот 1,89 литра получается. Вот. То есть, если пить только органик. Или вот еще дороже, 5,49, это 100% органик, и еще 100% коровы, которые кормятся травой. Вот. Вот так вот. Иначе это будет стоить дороже. Так, что еще? Сметана у меня есть, сливки у меня есть. Мне нужна минеральная вода. Яйца у меня еще есть. Минеральная вода обычно у них здесь. И мне нужен сок. Сейчас посмотрим. Французскую воду я обычно беру перье. Я ее что-то не вижу. Вот нашла. Вот парочка.
Вот это сейчас мода. Либо он черный, либо она черная. Вот смотрите, значит, перье. $9 практически упаковка, да? Здесь вот 6 вот таких маленьких бутылочек. Вот и считайте. Вот и считайте. Ну, она, конечно, французская, но, блин, но цена $9. Я помню, она была по $4, по $6. Что это за цены вообще? Вот. Ну, тут вода минеральная, она вся по такой примерно цене. Вот есть мексиканская, она дешевле. Так, одну 5,90, тут 4 бутылки. Блин. Дорого. $1.49. Вот такая здесь 1.5 литра. Более-менее. Ну, и 1.5-литровый, знаете, как-то не хочется тянуть, потому что, ну, большие эти банки, большие бутылки. Что делать? Выбора никакого практически нету воды. А, sprinkler water. Ну, это вот этот вот на сейле $10. Целая упаковка. Даже не подниму такой. 6.49. Zapata sprinkler water. Вот такая какая-то на сейле вода. Давайте ее возьмем. Что-то я даже не помню такую воду. Чья это вообще вода? Так, spring water. Sparkling. Знак, это незнакомый бренд, но симпатично выглядит. В общем, берем ее. Она пока что самая дешевая на распродаже. А потом придется ехать в магазин, который далеко, чтобы купить воду, которая будет дешевле стоить. То, что он в Краснодаре заказал доставку и доставили, тут будешь как идиот лазить сам, все это тащить. Такая жизнь. Так, сок есть свежевыжатый, отлично. Orange juice. Так. $5 бутылка. Что-то тут прям дорого совсем. Трейдер Джо, куда все дешевле, ребята. Тут органик стробери лимонграсс. Вот я еще 2 оранжу. Вот таких возьму. Все, а это смузи за 6 манго. Ну, возьму такую. Так, глянем, если есть еще какой-нибудь сок. Как она? Панипл органик. Что-то это дешевле даже, чем этот Orange Juice. Это органик. Как она? А, это или комбачи. Оранж purified water. Ну, это не сок. Это cold press fruit juice. Ну, 2 за 6. По $3 вот этот. Да, подойдет нам такая. Cold press. Лучше, чем другие какие-то там. Так, ну все, наверное, я не знаю даже, что еще какие-то может снеки ребенку купить, сок может еще другой, этот cold press. Слушайте, я по-быстрому, потому что должен идти дождь, как не с градом, очень такие тучи прям писец какие, я боюсь. А, так, мне надо было ему чипсы купить. Там это потето чипс. Блин, потето чипс. Не надо нам потето чипс. Нам нужны чипсы для гвакамоле. Но не потето. В общем, ребята, смотрите, я ходила когда с вами в прошлый раз в магазине. Смотрите, видео мое будет линк в описании. Я заплатила так. $193, хватило еды на 4 дня. Вот так вот. Это тоже потето чипс. Нам нужны корм, нам нужны кукурузные, ребята, чипсы. Они, вот так, тортилья чипс. Ну, типа таких. Типа таких, но они должны быть органик. Я их не вижу. Сейчас будем искать. Надо еще успеть дернуть до дождя. Вот это вот ресторанный стиль. Ну ладно, лайм возьму. Тоже не органик. Сейчас поищу, может еще органик попадется. Не вижу органик. Ну все, дальше уже вообще какая-то какашка пошла.
Ничего интересного. Это нет. Там тут всякие кукисы. Надо. Ага, вот они, вот они. Вот это то, что мы берем, ребята. Органик. Должно быть написано, что органик. Так, они тянули назад. Отдаем нам. Они не нужны. Вот, вот то, что мы будем есть со своими гуакамолями. Вы вообще знаете, что такое гуакамоле? Если вы не знаете, вам интересно, я выяснила, что мои друзья в Краснодаре, которые вроде кругом путешествуют, везде были, оказывается, что они не знают, что такое гуакамоле. И я очень удивилась, потому что как бы в России, ну, в Америке все знают, что такое гуакамоле, особенно в Техасе. И мне пришлось им приготовить эти гуакамоле. Так, мне пришлось гуакамоле им приготовить просто так, самой, чтобы показать, что это такое. Так, вот там вот милый. Это то, что мы делаем кашку себе, сериальчик. Наверное, мне надо взять. Вот 7 долларов такой пакет этих сериала. Хочешь, не хочешь, что-то надо есть, ребятки. Я думаю, что нам это подойдет, но цена вот 7,49. Сейчас наесть поменьше. Так. Ну что делать, это, наверное, самое оно. Придется брать. Кусается сериал. Такое тоже цены, я не помню. Так, слушайте, все, мне надо бежать. Абрикос, это манго. Что-то тут вообще их нету, нифига этих мангов. Угу. Так, а вот манго. Брай. Манго. Нету химикатов, нету. 13,99. Вот так вот. Сахар есть. Да, этим, наверное, можно. Без сахара. Все, до встречи. Нет времени больше, ребята, будет дождь, и мне будет писец. Пока. Так, ребята, вот сколько я всего накупила. Сейчас покажу вам. Вот эта корзина. Сейчас посмотрим, сколько это будет все стоить. Я не удивлюсь, если это будет около 300 долларов. Это прелесть. Я еще купила на распродаже по мороженому. Это, по-моему, итальянское. Это оно у них без ГМО. Вот. Конечно, тут нет самоката, который тебе это все доставит. Приходится покупать все самим. Вручную. Это не самый дешевый магазин Кругер. Вот такие здесь люди, которые стоят. Все, до связи. Итак, мы вышли из магазина, мои дорогие ребятушки. И не падайте в обморок. Мы купили на 261 доллар. При этом у меня еще была карточка этого магазина Крогера. Они мне дали какие-то еще дискаунты. Тут и тут. Но итого налог был 2 доллара 35. И итого 261. Значит, чек, магазин Крогер. Как вы видите, отделение Крогера на Даллас Парквей. Значит, в чем разница между моей прошлой покупкой? Прошлой покупкой, обратите внимание, была 4 дня назад всего на 200 долларов было накуплено еды. И там не было у меня мяса. В этот раз я купила 1,5 килограмма фарша говяжьего и 4 куриных грудки. И вот такую вот суш один из морковки, огурца, авокадо 6,29. И бутылки минеральной воды я купила. Вот, итого, значит, на этой неделе на продукты было потрачено практически 500 долларов. Только на одну неделю. Значит, повторяю. 4 дня назад я покупала, было практически 200 долларов накуплено. Вот магазин Кругер. Оттуда я вышла. И что? То, что не прошло 4 дня, вода вся закончилась. А мясо у меня было, остаток в холодильнике у сына. А мы, значит, пожарили гамбургеры, с него доели. Съели весь банан, все съели.
съели все, как они называются, ягоды, которые были, клубничка там туда-сю, слопали, молоко все выпили, сметана осталась, кое-что осталось в холодильнике, я не говорю, что вообще ничего нет, кое-что осталось, но по большому счету мы все съели. Ну, машинка красавица, розово-золотой цвет, обожаю ее, Infiniti, вот, просто самая лучшая машина. Я считаю, цвет такой, такой больше нет, был этот Limited Edition назывался, то есть мало когда, ну, выпустили очень как маленьким тиражом, и она такая, вот особенно на солнце, такая красивая, называется Rose Gold, розово-золотой цвет, меня все про нее спрашивают, все хотят у меня ее купить, а я никому ее не продаю, потому что такой раритетный цвет. В общем, от продуктов перешла в итоге к обещанию. В общем, вот продукты, ребята. Все, значит, $261. До этого было $200 потрачено 4 дня назад. И вот лук, бананы, чипсы. Правда, вот немножко мяса, сыр, упаковки минеральной воды. Никто вам не привезет, никто вам не принесет. Ну вот, какие ягоды съели мы уже. Малину предыдущую докупила, малины. Очень печально, ребята, мне очень жалко. $500, $450 это моя месячная квартплата в аренду квартиры в центре Краснодара. А здесь я это съедаю. Мы это съедаем за неделю. Даже недели еще не хватило, но думаю, до конца недели мы дотянем. Вот. Что-то прямо как-то печально. Кроме того, удалась какая-то ужасная погода. Надвигается опять очередной торнадо. В Краснодаре в это время солнечно, плюс 32. У нас прохладно, я в кофте сыновской. Это все мерзко, понимаете, как-то такая погода мерзкая. Сырость какая-то в воздухе стоит. В общем, настроение мерзкое. Посмотрите на цвет машин. Хуже. Все какие-то старые мерзкие машины. Кроме моей, глянуть вообще не на что. Все, ребята, поехала я разгружаться. Очень голодная. Пока.